Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор 10-го каталога Avon, Focus и Outlet. Я надеюсь, что в этот раз заказы придут в целости, сохранности и вовремя. Ну, совсем не хватило сделать заказ по 10-му каталогу, девчонки, но не могу вас оставить без обзора новиночек, поэтому поехали. Давайте начнем с Outlet. Здесь у нас кисти. Цена для них очень дорогая, и кисти вот эти очень плохого качества. Я заказала, повелась на их красоту, они очень плохо набиты, пудру, румяна именно носить нереально, не советую. Девчонки, возьмите лучше нормальные кисти. Что здесь еще интересного? Здесь у нас будет палетка люкс теней для век, которую я хотела заказать, вот этот именно оттенок изысканный какао в прошлом заказе. Но прислали мне вместо палетки, пересортица была марк мусс тональный. И не знаю, буду ли ее брать или не буду, посмотрю. Она мне давно прям в душу запала, так хотела взять, но у нас по аутлету нет скидки, поэтому посмотрим, сколько будет стоить эта палетка в каталоге. Возможно, будет гораздо выгоднее ее взять именно там. Распродают до конца розовые букеты кашемир, вот этот вот лосьон, парфюмированный лосьон для тела, дезодоранты еще 150 мл, кто любит эйвенские, мне как-то они не очень, по хорошей цене, потому что новый сейчас 75 мл всего. Ну и в принципе меня здесь больше ничего не заинтересовало, девчонки. Давайте посмотрим фокус, что же у нас по фокусу за интересные предложения. Новинки 10-го каталога, ароматы по супер цене. У нас здесь Avon Surreal новиночка, да, и Passion Dance. Они будут по хорошей очень цене, и от двух штук и больше будет скидка. Еще будет скидка на мужские парфюмы, да, со страниц 32-45. Любое средство, да, любой парфюм у нас будет со скидкой 40%. Это здорово на самом деле, посмотрим, что нам там предлагает компания. Новинки появляются у нас вот этих вот водичек моноароматов. Здесь у нас яблочко, я на него уже видела обзор. Говорят, что это совсем не яблоко и даже не зеленого цвета приходит флакон. И что у нас еще? Маракуйя. Вот очень интересно маракуйю, я люблю, обожаю аромат маракуйи. Очень интересен вот этот тинт для губ, девчонки, вообще просто очень интересен. Если это тинт, если он действительно работает как тинт, я бы очень хотела его заказать. 6 сочных оттеночков по 599 рублей, они у нас будут по фокусу. А в продаже они, наверное, появятся у нас в каком каталоге? В 11-м, похоже. Нет, девчонки, даже в 11-м не появится. Это только в журнале «Фокус». Вот, представляете, такой вот тинт для губ. Жалко, что нет вот каких-то нюдовых, но не знаю, хочется попробовать, посмотрю, подумаю, прям очень хочется. Заряд бодрости для твоих ножек. Новинка у нас появляется, носочки увлажняющие для ног за 160 рублей. Я сейчас носки из Fix Price отшелушивающую пробую, увлажняющие, это, конечно, круто, интересно, после них также кожа сходит. Новые коллекции Senses, абсолютная чистота, пена для ванны, гель для душа. Мне кажется, это будет что-то свеженькое. Жидкое мыло, морская свежесть и морская свежесть, гель для душа. Гель для душа 250 мл, всего 59 рублей. Можно будет взять. Хотя у меня сейчас гели от Avon уже, если честно, завались. Вот такие наборчики нам приготовили в фокусе по интересной цене. Кому эти продукты нравятся, можно приобретать. Мне ни шампунь, ни средства для интимной гигиены от Avon не подходит, поэтому я прохожу мимо. Увлажнение, лавандовые сны, лосьончики для тела и крем для рук появляются еще новинки. Можно будет взять крем для рук, попробовать за 49 рублей. Набор из 5 любимых ароматов, 449 рублей. Это получается у нас каждый аромат по рублей 130. Их и так по распродаже можно взять по такой цене. Поэтому я тоже прохожу мимо. Ну и в конце у нас помады. Гид по помадам, по пробникам. Вот, в принципе, и все с фокусом. Что же интересного нам приготовил каталог? Каталог нам приготовил лучшие продукты на лето, прям подборочку. Я не знаю, девчонки, для меня лучшее это сыворотка для волос. Для меня здесь лучшее что? Наверное, и все, девчонки, из того, что здесь представлено, сыворотка для волос, да, действительно, на лето это просто супер. Купи любой товар с определенных опять страниц и закажи по шок-цене. Вот понимаете, на что Avon толкает? Ну, вообще, ну просто вообще. Отзыв Sai Recommended на Today. Мне Today вообще не нравится, по мне он пахнет пошлым дешевым ландышем. Вот честно, не люблю. Знаю, у него есть поклонники, но прям вот не люблю, не люблю. А вот Eve Confidence любит моя соседка, но мы уже с ней набрали. Прям набрали этот аромат, когда он был дешево.
Хочу попробовать еще, знаете что, девчонки, хочу попробовать вот эту вот туалетную водичку Summer White. Как-то наткнулась на пост про парфюм с ароматом березы и посмотрела, что у нас... Нет, не Summer, вот эта, девчонки, вот. Вот она, душистая береза. Вот прям очень интересно. Сейчас потрем страничку. Слушайте, ну интересный аромат. Вообще, мне нравится, кстати. По 279 рублей, может, возьму в коллекцию. Прям нравится, правда. Мне всегда было интересно, как пахнет береза. Аромат классный. Нравится действительно. И за такие копейки почему бы нет. Снова в каталоге у нас есть долгожданный, второй каталог подряд, по-моему, спрей парфюмированный для тела. Знаю, многие девчонки ждали. Мой любимый Incandescence за 179 рублей будет. Малышки, причем довольно популярные, по очень привлекательной цене. Парфюмы в объеме 30 мл по 319 рублей. Хорошее предложение. И опять же, мой любимый Фарвей в нем участвует. Антисептический гель для рук. Вроде как антибактериальный. Хвалят девчонки, но мне показалось, что маловато спирта. Его должно быть 70%. Поэтому не знаю, насколько он эффективен. И вот у нас начинаются, кстати, ароматы, которые мы можем взять со скидкой 40%. Со страницы у нас, да, 32 по 45-ю, да, точно. Вот они начинаются. Если мы берем 2, то у нас работает скидка. Что у нас здесь интересного предложено? Full Speed, Blue Individual, они и так бывают по распродаже. Из всех, что здесь представлены и что мы пробовали, мне очень и супругу понравился Wild Country. И цена, кстати, у него будет вообще шикарная. Если еще со скидкой, то просто восторг. Вот эти ароматы тоже участвуют в акции. Смотрите, как много. Можно прям мужским парфюмом запастись. Ну и вот, все, 45-я страница. Дальше уже акция, естественно, не распространяется. Недавние парфюмерные новиночки у нас теперь появились в мини-форматах. Ну, что-то прям 10 миллилитров за 450 рублей. Мне кажется, это перебор. Это действительно перебор. Новинка Cherish Escape. Как-то ее забраковали. Все смотрела ее обзоры, сказали, что прям, ну, по сравнению с классической, вообще просто полная Г. Но набор, тем не менее, будет по такой вот привлекательной цене. Натыкалась не один раз на посты ВКонтакте. Девчонки искали вот это средство для снятия макияжа глаз. Вот, наконец-то, оно появляется в 10-м каталоге. Кто любит его, запасайтесь. Хорошие цены будут на помаду Легенда. Я вам делала свотчи всех оттенков. Кто не видел, прикреплю в инфобоксе ссылку на видео. Матовая Легенда тоже по хорошей цене. У меня в оттеночке Знойный коралл. В прошлом заказе обозревали с вами эту помадку. Классная, яркая, прям вот на лето. Мне очень понравилось. И понравилось качество. Губы не сушат. По крайней мере, мои вообще. Тени, карандаш, суперстойкость по классной цене. У меня в оттенке изысканный беж. Хорошие тени, девчонки, неплохие. Вот она здесь, точилочка. Вот эта вот встроенная. И вот сами тени, как они выглядят. Такой серо-коричневый, холодный коричневый такой вот оттеночек. Они все с шиммером. Но приятные. Вот этот приятный мне нравится. Хватит их, мне кажется, на год, если не на всю жизнь. Тканевые маски Планеты Спа. Ни разу не брала, но девчонки хвалят. И они у нас будут 79 рублей при покупке с определенных опять страниц. Хитрый-хитрый Эйвон. А вот уже масочки в тубе будут по 99 рублей. Вот это классно. Что, девчонки, рекомендую? Обожаю роскошное обновление, маску-пленку. Для глубокого очищения русской бани не понравилось, корку засыхает. Вот я не пробовала еще разглаживающую маску. А, нет, пробовала с водорослями, тоже классная, понравилась, но с икрой лучше. Тонизирующие не понравилось. Вот эту не пробовала, Ритуал Аюверду. У меня ее соседка забрала, я ее заказывала, но не пробовала. Вот, возможно, возьму ее. Нравится очень... Так, какая? Нет, не эта, другая сиреневая. Это у нас тоже мерцающая маска-пленка. Вот ее не брала. Кстати, возможно, возьму сияющее золото, потому что люблю последнее время маски-пленки, чтобы не заморачиваться особенно.
Очищающая маска пленка. Тоже не пробовала, девчонки. Короче, буду брать то, что не пробовала, потому что моей любимой у меня в запасе две штуки. Пока хватит. А вот что нравится, так нравится, это маска с авокадо. Написано, что она для сухой кожи, но нет, она подходит для любой. У меня комбинированная подходит идеально, придает коже тонус. Очень крутая маска, девчонки. За такую цену советую вам прям к ней присмотреться. Что могу сказать по поводу последних новинок INYU? Тоник с витамином С мне не понравился, потому что он для меня пленочкой такой на лице жирноватый лежит. Гамаш классный, действительно разогревает. Мицеллярка хорошая, идеально подойдет для сухой возрастной кожи, потому что она такое ощущение, что с маслами, прям такая она масляная, масляная, тягучая. Макияж очень хорошо снимает и практически не щипит, если в глаза сильно не лезть. Сейчас в данный момент ей как раз пользуюсь. Гель-желе для умывания и матирования кожи, вот этот вообще понравился очень, не пересушивает. Прям умывашка на ура. Моя любимая умывашка сейчас за последнее время вместе, конечно же, с пенкой Nutra Effect. Прям советую, для комбинированной, для нормальной кожи подойдет вообще замечательно. По поводу кремов Nutra Effect мнение вы мое, наверное, уже знаете. Это ужас ужасный, матирующий, жирный оказался. Не знаю вообще. Фу. А пенка будет без скидки, будут как раз вот эти вот крема, которые я терпеть не могу и вам не советую. Но я знаю, у них есть любимчики. Не обижайтесь, девчонки. Просто по мне это жуткие крема, которые забивают поры. Никогда не буду больше брать, наверное, крема, никакие вейвен, даже желания никакого просто нет. Вместо тоника любимого из линейки Nutra Effect, да, который убрали уже несколько каталогов назад, к сожалению, беру сейчас вот такой очищающий и матирующий против черных точек с белой глиной. Ну, неплохо матирует, спирт спиртом, конечно, но моей коже нужен такой уход летом, иначе поры мои будут забиваться со страшной силой. Снова розовые букеты Кашемиргия для душ по 89 рублей распродают. И даже кремушек для рук. Возвращаясь к сывороткам. Вот эти три сыворотки будут по 179 рублей. И хлоп в начало. А у нас тут мега цена 169, даже на 10 рублей дешевле, чем эти. Но нам нужно будет купить с определенных страниц. Поэтому, девчонки, будьте внимательны. Не ведитесь на такие предложения. Можно взять дешевле. В прошлом заказе у меня был гель для бритья с маслом жожоба. Девчонки, это восторг. Это прям вот понравился. Как мне девочки некоторые писали, жизнь после него станет другой. Да, действительно, очень понравился. У меня вот эти бритвенные станки. Закончился мой любимый мусс от Faberlic. Я его для бритья использовала. Попробовала с гелем для душа, и они мне царапали кожу. С вот этим гелем все идеально. Вообще, как по маслу, кожа нежная. Невозможно. Вообще потрясающе. Хвалили мне еще питательное масло для бритья. Возможно, в этом или в следующем каталоге возьму и его протестировать. Говорили, что прям вообще супер-супер. Новинки Wave Senses. Полинезийский рай, побережье гибискуса. По мне, немножко приторный, девчонки, аромат. Я взяла такой гель для душа в прошлом, наверное, фокусе, да. Немножко приторный, есть небольшой запах маракуйи, но здесь в каталоге он прям еще слаще. На самом деле он не такой приторный, как здесь. Вот эта серия нравится, неплохая. У меня есть скрабик, вот такой гель для душа. Скрабик такой, знаете, масляный, очень хорошо питает прям кожу. Частичек мало, подойдет даже для чувствительной кожи, потому что не травмирует ее абсолютно. Интересное снова предложение. За 299 рублей мы сможем взять набор продуктов, если опять купим с каких-то страниц. Да, на что бы я здесь взяла? Я не знаю, парфюм, персив, увлажняющий крем для лица. Нет, не хочу. Не знаю, что пену, наверное, гель для душа, которых и так полно. Поэтому прохожу мимо этой акции. Девчонки, они мне вообще в последнее время эти акции убивают. Они такие невыгодные. И как пакет-сюрприз, да, что-то вот такое вот ненужное туда кладут, то, что вообще не пользуется популярностью. Гели в макси-формате 700 мл за 209 рублей. Это хорошее предложение, очень выгодное достаточно. Взял и пользуйся, пока не надоест. Ну вот, в принципе, и все, мои хорошие. Вот такой обзор был. Надеюсь, что была вам полезна. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. А я прощаюсь с вами до следующих видео. Всем пока-пока!